Добрый день. С вами Анна Лаврова. На моем канале вы. Сегодня вам расскажу, как я приготавливаю домашнюю свиную колбасу и запекаю в духовке. Очень хороший рецепт, который мне передала моя свекровь Вера Захаровна. Я надеюсь, может и вам пригодится этот рецепт. Очень вкусно. Нам понадобится свинина, мякоть 2,5 кг, сало 0,5 кг, чеснока 3-4 головки, лавровый лист, приправа хмели-сумели 2 чайные ложечки, черный и красный перец по чайной ложечке. Кишки свиные, соль 3 столовые ложки, можно и меньше, на любителя. Мясо нарезаем на небольшие кусочки, 1 на 1 сантиметр, или на мясорубку, на крупную решетку. Мясо нарезали, все соединили ингредиенты и оставили мариноваться. Еще забыла вам сказать. Добавляю 2 столовые ложки коньяка или 3 ложки спирта. Можно горелочки добавить. Все перемешаем, оставляем на 5 часов или же я оставляю на ночь. А утром начиняю кишечки. Вот смотрите, такой у меня получился фарш. Уже пропитанный. Чеснока давайте побольше. Запах будет вкусный. И будем наполнять через мясорубку колбаски наши. Смотрим, чтобы аккуратненько было, не спеша, кишечку подправляем. Чтобы она не смогла лопнуть. Можно и на электро мясорубку. Вы поняли, как ее надо наполнять, пузыри через трубочку руками. Ну, чтобы кто-то помогал. И она наполняется. Я почти уже все ее сделала. Немножко осталось, потом докручу. Сейчас покажу. Немножко зажарила в духовке. Какая она получилась у нас. Посмотрим. Получилась такая колбаска вкусная. А эту еще буду готовить, доделаю. Эту сняла для пробы. Вот такая вкусная получается колбаска. Если кому-то понравилось,
делайте. Мы все это делаем на праздники, на Рождество, Новый год, Пасху, на день рождения. Так что приятного аппетита и удачи. До новых встреч. Пока-пока.